Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков в общей сложности 1920 доз распределена между детскими поликлиниками региона. В области началась вакцинация подростков от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина «Спутник М» предназначена для профилактики коронавируса у детей с 12 до 17 лет. Она поступила в больницу Середавина, Самарские больницы номер 1, 3, 15, в Новокуйбышевскую, Сызранскую и Тольяттинские поликлиники. Мама Ивана Ольга Орехова рассказывает, в семье все привиты. Сама вакцинировалась в июле. Сейчас привела на процедуру сына. Считаю, что в новой реальности нашей жизни защитить своего ребенка – это вот моя прямая обязанность. Вот. Я доверяю медицине и думаю, что все будет хорошо. Пройти вакцинацию можно по предварительной записи. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения региона в разделе «Вакцинация от COVID-19». С собой необходимо взять паспорт или свидетельство о рождении подростка, полис ОМС. Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей ребенка. Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств. Если ребенок не достиг 15 лет, заявление и согласие оформляется от имени его законного представителя. Если ребенок 15 лет и старше, то согласие может оформить сам или законный представитель. При этом заявление пишут только родители ребенка. Все документы заполняются на месте. За вот этот период, то, что мы провакцинировали детей, то каких-то побочных явлений, значит, не отмечалось, никто не обращался. Период подъема идет вот это сейчас, так сказать, нашего вот этого омикрона, поэтому родители очень обеспокоены. Звонков поступает очень много, где и как нужно провакцинироваться. Вакцинация проводится только после осмотра врача-педиатра. Среди противопоказаний выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Специалисты рекомендуют после вакцинации не переохлаждаться, не мочить место инъекции, продолжать соблюдать все меры профилактики в период пандемии. Второй компонент вакцины вводится через 21 день. Освобождение от занятий в общеобразовательных учреждениях после прохождения вакцинации не предусмотрено. Виктория Шарая, «События».